Убийство в Чкаловском районе. Тело пожилой женщины обнаружено на заброшенной городской свалке. Об убийстве стало известно накануне днем. Жители деревни Полевое сообщили в Арамильский отдел милиции, что некий Виктор Александрович Дербышев, 62-го года рождения, в пьяном виде рассказывал об убийстве своей сожительницы. Тело женщины нашли в сторожевой будке на территории заброшенной городской свалки. Эксперты установили, что смерть наступила вследствие того, что женщине трижды проломили голову тяжелым предметом. Виктор Дербышев задержан и находится в изоляторе Арамильского ГУМ. Известно, что Дербышев имеет 3 судимости за кражи и находился в розыске за очередное хищение. Со своей сожительницей он постоянно жил на территории свалки и занимался тем, что собирал лом цветных металлов. Пока ему инкриминируется только кража. Но, вероятно, сегодня прокуратурой Чкаловского района ему будет предъявлено обвинение в убийстве.